Здравствуйте, дорогие садоводы-огородники! Рад приветствовать вас на канале «Дела огородные». Сегодня мы будем смотреть грушу, как она укоренилась. Ну вот она, смотрите, вот я даже отхожу подальше. Она уже примерно 3 с лишним метра. Вот такая вот груша. Многие писали, что она не должна укорениться и у вас ничего не получится. Ну, посмотрим сейчас. Я даже сделал вот еще одну контрольную боковую веточку. Сейчас посмотрим, что на боковой и что получилось вот на этой вот укорененной ветке. Я даже что сделал вот на эту грушу? Привил вот, видите, вот там наверху. Вот прививочка. И она, кстати, вот пошла нормально. Это уже другой сорт груши. Ну и давайте продолжаем процесс. Что нужно сделать? Вот попробуем, сейчас развернем. Так, я ее немножко уже разворачивал, немножко поливал, потому что лето было жаркое. Так, ну для чего заворачивал в белый материал, не в черный, а в белый? В черном, во-первых, солнце тепло притягивает, черный цвет. Вот корешки бы запарились. Здесь они белый цвет отражает. Вот, и видите, мох себя отлично чувствует. Дальше смотрим, так, где тут разорвать, в каком месте-то. Вот так вот, наверное. Опа. Ну, тут все нормально. Вот они, корни. Вот смотрите. Вот корни. Вот. Так, дальше тут вот сзади есть. Тут даже побеги пошли уже. Тут дальше не буду разворачивать. Сейчас я вам покажу поближе. Вот, посмотрите, корни. Вот они. Вот они, я долго не буду вам тут все показывать. Вот они есть. Есть корни, вот там еще пошли. Вот там вот торчат. То есть, и вот она какая шишка, видите. Вот нарост. Вот на нем то же самое. Вот они. Вот они, корешки. Вот. Ну, правда, корни небольшие, где-то порядка 5-7, вот тут около 10 сантиметров. А вот, но удачно, удачно. Вот. Так, ну и давайте мы теперь ее аккуратно срежем. Все, срезали. Вот она, груша. Ее все, вот как она есть. Ее сажать, конечно, уже нельзя, потому что, во-первых, много очень лишних листьев. Нужно кое-что посрезать обязательно и удалить листья. Вот, видите, прививка вокруг нее тоже нужно вырезать, чтобы она чувствовала себя хорошо и ничего ей не мешало. Вот, видите, так, прививку, как правило, нужно укоротить как минимум на 1/3. Я вот укорачиваю наполовину и веточку оставляю так, чтобы она росла вверх. Вот внутреннюю, вот эту прививку, ветку обрезаем совсем, потому что она растет внутрь, она будет мешаться. И здесь грушу, центральный проводник, обрезаем. Нам не нужна груша такая, чтобы потом на нее лазить с лесенки. В результате получилось вот она. Один сук, другой. Дальше его обрезаем наполовину. Здесь тоже получили вот такое вот деревце. Эта вот ветка растет в сторону вниз. Мы ее обрезаем. Вот это мешается. Лишнее. Вот это тоже. И чем больше мы обрезаем, тем больше поросли будет. Все. Вот она, груша. Готов к посадке. В результате я получил, видите, 3-летний саженец. Даже не 3, наверное, 4. Вот, на следующий год он должен уже плодоносить. Так. Дальше. И смотрим, что же здесь получилось. Вот здесь я не знаю даже, что получилось. Так, вот сразу обрезаем, чтобы не мешались. Ветки очень низко расположены. Так, вот так вот закрепляем. Показываю. Вот смотрите, какие вот здесь корни образовались. Вот они, я разворачивать не буду, посажу прямо так вот в мху.
Вот они корни. Вот висят. Вот они торчат. Вот беленький пошел. Вот. Все. Так что получилось две груши. В результате, видите? Вот. А всего делов-то привязали две бутылки. Ну и надо иногда бывало поливать. Поливать. Вот эту я не поливал, но она тоже пошла, видите, и мох себе хорошо чувствует. Ну и давайте прощаться. До новых встреч на канале Дела Огородные. Пока-пока. Заходите к нам еще. Будет интересно. До свидания.